Я выполнил твой наказ, Тирае. Я нашел Закарумский храм. И в самых потайных его глубинах собрались слуги тьмы. Странник, с которым я путешествовал. Талраша. И само великое зло. Несомненно, то был владыка ненависти, Мефисто. Я услышал голос, что тысячу игл пронзил мое сердце. Братья мои, наконец мы встретились вновь. Врата готовы распахнуться, и близится час нашей безраздельной победы. Откроется путь в преисподнюю. Да возродится некогда покоренное зло. Да будет он ходить среди невинных в обличии человека. И ужас пожрет всех живущих на земле. Небеса прольются огнем, воды обратятся в кровь. Праведные падут перед грешниками, и содрогнется мироздание при непылающих знамен преисподней. Я видел то, что не должен был видеть ни один смертный. Врата разверзлись. Пришло время уничтожить камень души Мефисто. Отнеси камень в адскую кузню, положи его на наковальню и ударь молотом изо всех сил. Только так можно помешать Мефисто переродиться в этом мире. Я много читал про таинственного архангела Тираэля. В сказаниях Харадримов его превозносят за сострадание к смертным и непреклонную стойкость. Ходили слухи, что он пошел против воли небес и дал Харадримам первые камни души, чтобы заточить Диабло и его братьев. Рад снова тебя видеть. Смерть Мефисто
Великая победа во имя света. Я знал, что однажды судьба приведет тебя сюда. Крепость Пандемония — последняя плод небесных сил перед вратами в преисподнюю. Тысячи защитников света отдали жизни ради нее, и многие из них смертны, как ты. Приближается последняя битва с великими воплощениями зла, и тебе придется бросить им вызов в одиночку. Мне запрещено помогать тебе напрямую, разве что советом, ибо грядет триумф смертных, твой триумф. Да хранит тебя свет, и да осветит сила небес твой путь. Одна темная, измученная душа уже очень давно томится в этом проклятом месте. Смертные называли его Изуалом, и много веков назад он был моим верным помощником. Вопреки моей воле, он совершил неудачное нападение на пламенную адскую кузню. Несмотря на его доблесть и силу, великие воплощения зла схватили Изуала и извратили его сущность своей нечестивой магией. Они заставили его предать собственных собратьев и выдать самые ценные секреты небес. Теперь он лишь оскверненная тень самого себя, падший ангел, отвергнутый и преисподней, и небесами. В наказание дух Изуала поместили в кошмарное существо, призванное из бездны. В этой истерзанной оболочке обезумевший Изуал провел уже много веков. Он пережил достаточно страданий. Прошу тебя, найди Изуала и освободи его из жестокого заключения. Прекрати его страдания и муки совести. Давным-давно я принес клятву оберегать Харадримов и их потомков. Декарт Каин — последний из этого почетного ордена, и я не позволю ему погибнуть здесь, так далеко от родных земель. Не волнуйся, я знаю, что он твой друг. Я не допущу, чтобы он попал в беду. Приветствую тебя.
Thank you.
тебе нужно? Что тебе нужно? Здесь.
Тироэль напрасно доверился мне. Это я рассказал дьяволу и его братьям про камни души и о том, как их осквернить. Это я помог великим воплощениям зла подстроить собственное изгнание в ваш мир. Плану, который мы начали приводить в исполнение столько лет назад, не помешает ни один смертный. Сама Преисподняя изготовилась прорваться в ваш мир и затопить его волной крови и кошмаров. Ты и остальные смертные, вы все обречены. Наградой ему станет забвение. Здравствуй. Спасибо тебе. Измученный дух Изуала наконец упокоился с миром. Да хранит тебя свет и да осветит сила небес твою дорогу. Но если ты говоришь правду, то, боюсь, все это время нами управляли как марионетками. Изуал помог Диабло и его братьям перехитрить меня и обратить камни души себе на пользу. Теперь сила камней осквернена. Завладев мощью всех трех камней души, великие воплощения зла навсегда превратят мир смертных в обитель преисподней. Давным-давно я принес клятву оберегать Харадримов и их потомков. Тебе повезло остаться в живых. Теперь твой долг — найти и остановить Диабло. Поговори с Тироэлем. Он должен знать, что делать дальше. Я много читал про таинственного архангела Тироэля.
Здесь.
здравствуй. Не здесь. Thank you.
выздоровления. Даже сам Диабло должен был почувствовать волну гнева, когда камень души его брата был расколот. Прими мой... Я много читал. Пришло время отыскать и уничтожить самого Диабло. Но берегись. Владыку ужаса нельзя недооценивать. Он в одиночку разрушил Тристрам и поработил последнего доблестного героя, который попытался его остановить. На этот раз тебе надо убить его окончательно. Только уничтожив камень души Диабло, можно навеки изгнать его дух. Удачи! Наш самый темный час еще может обернуться для тебя славной победой. Давным-давно пришло время. Рад снова тебя видеть. Пришло время отыскать и уничтожить самого Диабло.
логово ужаса. Знай, что самое потаенное обиталище дьявола скрыто за пятью печатями. Открой каждую печать, и только тогда они укажут тебе путь к последней битве.
карман. Постой и послушай. Thank you.
Я перегружен. Тебя ждет
Великая судьба. Великолепная работа. Хотя мои предки много воевали с тремя воплощениями зла и их прислужниками, я всегда вел тихую жизнь ученого-затворника. Рад, что моя мудрость помогла тебе. А теперь я хотел бы уйти отсюда. Хотя небесные врата поражают воображение, я надеюсь, что не увижу их снова еще много-много лет. Скажи Тироэлю, что нам пора. Я много читал. Приветствую тебя. Что
Что тебе нужно? Хвала свету, тебе удалось невозможное. Диаблу и Мефисту, изгнанных, породивших черную бездну, а оскверненные камни души уничтожены. Но пока битва шла здесь, Баал оставался в мире смертных, набирая армию демонов. Теперь его слуги ищут камень мироздания, источник всех камней души и их силы, сея смерть и разрушение на своем пути. Они продвинулись далеко в родные земли варваров, направляясь прямо к вершине горы Ариат. Баал знает, что именно там хранится священный камень мироздания. Войди в портал, который я открыл для тебя. Он перенесет тебя в город варваров Харагат, последний оплот порядка на склонах Ариата. Давным-давно я принес клятву оберегать Харадримов и их потомков.